Здание учебно-методического центра по гражданской обороне ежегодно посещают сотни химчан. Здесь получают навыки и знания о том, как правильно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. С конца мая в помещении проводятся ремонтные работы. Руководитель управляющей компании Александр Хальнов поручил привести здание в порядок за счет организации. Это должно быть толчком, осознанным толчком и примером для других компаний, для других организаций, что значит занимать активную жизненную позицию в такой сложной ситуации. Это должно быть примером и для управляющих компаний, для организаций. Работы будут проводиться в несколько этапов. Ремонт осуществляется силами трех бригад. В помещении уже полностью заменили электрику. Впереди штукатурка и покраска стен и потолка. Затем специалисты проведут теплоизоляцию, установят новые двери и светильники. Окончание работ планируется уже в конце месяца.